Там все просто устроено. Здесь заходит три провода. Один к приводу, вот он. Один на одну кнопку, другой на другую кнопку, в общем. Значит, чтобы эта вся песня работала, так, достаточно, чтобы был просто подключен блок питания. Никаких дополнительных там нюансов нет. То есть, если блок питания мы снимаем, вот, то есть, соответственно, кнопки у нас не работают. Все. Теперь, что касается самих кнопок. Вот они у нас выходят отсюда и пошли. Так, чтобы было видно. Здесь первый, вот он, к вот этому коммутатору, который, ну, типа трансформатора, блочок работает. Вот и все, в принципе. Один, второй провод сюда, третий провод уходит на питание. Ну, тут, то есть, обычные кнопки, там даже никакой платы нету, просто они подключены здесь через контакты. Вот. Одна кнопка запитана. Ну и там вон, соответственно, вторая кнопка запитана. Вообще просто тупые два контакта. Один опускает, другой поднимает, все. Ну и сам привод. Если он не работает, то, возможно, где-то здесь отломился контакт, либо отпаялся. Либо же стоит проверить сам вот этот вот блок на выходе, сколько выдает. Он тут перерабатывает на 12 вольт, по-моему. Сейчас я скажу точно. Так, здесь 12 миллиметров, 48 вольт. Так. Ну, вообще на 48 вольт здесь привод. Короче, вот этот вот трансформатор надо будет еще проверить, и все. Чтобы он был подключен. Он может быть не подключен на разъеме. Либо же разошел. Когда проверяете разъемы, нужно будет смотреть по вот этой вот стрелочке. То есть тут стрелочка в стрелочку уходит. По-другому его нельзя подключить. Ну и, собственно говоря, вот из блока управления выходит вот такой вот провод. Заходит в эту карабульку. Ну и дальше отсюда выходит на привод и две на кнопку. На кнопке управления. А здесь вот такой вот блочок. Небольшой. Ну, собственно, в этом блочке у нас стоит один диод. Раз разъем, два разъем. И здесь два разъема. Судя по всему, это кнопки. Здесь приходит и уходит на сам моторчик. Ну и управление на, соответственно, вот такой вот релюхи. Так. Название ее вот. И там он один диод, и все. Это даже не трансформатор, а просто плата управления на одной релюхе. То есть, соответственно, нужно будет проверить входящее напряжение, потом проверить вот этот разъем, чтобы, ну, разъемы, грубо говоря, чтобы были защелкнуты правильно, нигде ничего не выпало. Ну и здесь, соответственно, на кнопке. Если на кнопках, все в порядке. Так что тут самое простое, что может быть, это либо нет контакта, либо где-то он отвалился.